уже не первый год мы проводим, наводим порядок, приводим в порядок центр города, историческую часть города. Это ремонт фасадов, морской фасад нашего города, парк стамбульский, греческий, Бельведер и, конечно, наша Дерибасовская визитная карточка Одессы, которая нуждается уже давно в наведении порядка, планомерном наведении порядка. Что сегодня? Вы знаете, одесситы любят Дерибасовскую, гости нашего города, брусчатка, исторический камень. При проведении работ в Красном переулке, сняв несколько слоев асфальта, а точнее 5 слоев асфальта, мы обнаружили брусчатку, которая, слава богу, сохранилась. Вот так ее варварски когда-то закатали в асфальт. Мы договорились с владельцами гостиницы о том, что при наведении порядка они проводят сегодня, согласовав с нами работы, и любезно согласились за внебюджетные средства провести работы от Дерибасовской в створе своей гостиницы и чуть дальше восстановить брусчатку, историческую брусчатку, которая, по нашим данным, здесь была с 1903 года. Это очень радует, мы восстанавливаем центр. И, кстати, могу сегодня сказать, впервые скажу о том, что в наших планах уже разработан план, мы скоро объявим это одесситам, что на выходные дни мы будем расширять пешеходные зоны. Пешеходная зона не будет не только Дерибасовская, это будет и Лонжероновская, и другие улицы. Мы все это подробно расскажем, но существенно Екатерининская, Екатерининская площадь, существенно расширим пешеходную зону, где смогут одесситы и гости нашего города спокойно гулять, отдыхать, так как, в принципе, во многих городах Европы и мира это делается на выходные дни. Одесса – туристический центр, Одесса – туристическая столица Украины. Поэтому, я думаю, это будет справедливо и правильно. Вы видели сейчас, как она моется вручную. Это все делается вручную. Каждый булыжник обрабатывается, моется, устанавливается на место. Мы поднимаем уровень, потому что видим, что просела значительно брусчатка по сравнению с Дерибасовской, Красного пива. Поднимаем ее на тот уровень, на котором должна она быть. Восстанавливаем. Основная часть ее сохранилась. Есть участки, где видно, проводили коммуникации или ремонт коммуникаций подземных и доставали брусчатку, поэтому несколько, там, не знаю, какое количество не достает. Но у нас есть на наших складах коммунального предприятия брусчатка, которую мы бережно складировали и храним ее. Поэтому, если будет необходимо, мы ее добавим сюда. Наша задача дальше есть также выкупленный участок. Мы будем говорить собственникам, чтобы они в створе своего участка также продолжили эти работы. Где не хватит денег или надо будет добавить, я думаю, что мы найдем деньги в бюджете и доделаем уже, чтобы уже в едином стиле был восстановлен Красный переулок. Также нам предстоит демонтировать здесь часть ярмарки. И мы это сделаем, потому что хотим сделать здесь, в центре, муниципальную парковку. Причем не просто парковка, она будет выполнена также с красивой, с высадкой зеленых насаждений, деревьев. Достаточно большое количество планируем высадить деревьев и сделать, что в городе выйти, парковаться нет. Никакая не частная парковка, никому не собираемся. Это городская земля, мы на ней, наш предприятие «Парксервис» будет разрабатывать и будет обустраивать парковку для бушек. Мы восстанавливаем эту историческую справедливость. Я считаю, что это очень правильно и корректно, потому что это достопримечательность нашего города. Брусчатка, лавовая брусчатка, во всем мире она ценится. Наоборот, делают все возможное, чтобы туристы, которые приезжают, смотрели и понимали, какое количество поколений жило и наблюдало за благоустройством города. А мы прекрасно понимаем, что наш город имеет неимоверную историческую ценность и как раз очередной такой туристической пиковой точкой перед сезоном мы откроем благоустроенный Красный переулок. Я считаю, что, конечно, бизнес должен быть социально ответственным именно таким, что не только у себя внутри, во дворе, в номерах, в лобби, в ресторане делать благоустройство, а, конечно, делать благоустройство вокруг и привлекать не только к себе, но и наш любимый город Одесса.